Хе-хе-хе, всем-всем солнечный привет из Америки. With love from America and happy Halloween to all, кто отмечает, всем счастливого-счастливого Хэллоуина. Сегодня я вам хочу показать, как в Америке отмечают Хэллоуин, в частности в Пенсильвании. Обычно это делают вечером, и детишки наряженные бегают по домам. Но в последнее время очень большие организации стали организовывать trunk-or-treat, что это значит, люди приезжают на машинах, декорируют их, сами одеваются, открывают багажники и устраивают такие маленькие как бы стейшены, куда детки ходят, бегают и берут конфетки. Но самое главное условие – детки должны быть в костюмах. Я сегодня первый раз как зритель-созерцатель со стороны. Я пришла одна, без детишек. Просто хожу, смотрю и решила вам показать. Так что смотрите, пойдемте посмотрим. Значит, начинается это отсюда. Вот целый ряд машин, пожалуйста, они все открыты. И люди стоят, раздают конфетки детишкам. Все наряженные, все красивые. Никто не толкается, ну и, конечно же, не дерется. Там у нас есть какой-то диджей. Сейчас я вам потом пойду его покажу. Так. Тут даже какие-то есть украшения. Боже мой, какая красота. Вот такое вот есть. Hello. Hello. No, I think I'm fine. I like this one. It's really cute braids. You do that? Really? Oh my goodness! Смотрите, она тоже делает вот такую красоту, которую я люблю. Wow, this is really cool. Thank you. Oh my! Она мне дала свою рекламку. А здесь, смотрите, какие красивые штучки, дрючки. Wow, it's cute too. И вот детишки приходят и берут это все. Excuse me. И вот, смотрите, вот такие вот коробы с различными вкусняшками. И это все для детишек. Смотрите, вот они, украшалки, страшилки, красота. Так, там диджаки что-то начинает рассказывать. Вот, вы можете посмотреть, сколько много людей. Раиса Ивановна красивая. Скажи привет. Привет. Да, сейчас это очень активно и оперативно, по-моему, везде. Везде отмечают. Во всех странах или не во всех странах? Везде. И у нас такие. Да, и в Санкт-Петербурге везде отмечают. Так, пойдемте посмотрим, что там еще есть. Очень громко, так что я буду, наверное, молчать. Но тут даже собачки есть интересные. Так, где? Вон они, смотрите. Здесь даже собак одевают в разные костюмы. Между прочим, у моего Наполеона тоже есть костюм. Я вам потом покажу. Не помню, показывала я в прошлом году или нет. Да, какая классная. Так, там много очень всего интересного, забавного для детишек, поверьте мне. Музыка гремит просто на убой. И я уже потихонечку начинаю выходить с этой территории на выход.